В Нижневартовске назальные вакцины против коронавируса привились уже 900 человек. Об этом сообщает в окружном департаменте здравоохранения. Всего в городе против ковида привиты почти 150 тысяч человек, 857. Из них в том числе две беременные женщины с помощью впрыскивания препарата через нос. Кроме того, этот способ используют и при ревакцинации. Сначала метод на себе испробовали медработники. По их словам, положительные отзывы поступают и от пожилых жителей города. В этой категории привили уже 26 373 человека. Ревакцинацию прошли более 13 тысяч пожилых людей. Напомню, в Нижневартовске работу продолжают 7 стационарных и 1 мобильный пункт вакцинации.